Всем привет, Audi A6C5 2.5 TDI, двигатель тут уже стоит BDG. Вроде все нормально, но почему-то после замены ГРЭ моторчик стал плохо тянуть. В первую очередь, конечно, нужно проверять, что метки. Учитывая, что здесь снимались форсунки, отдавались на проверку, регулировку, поэтому клапанные крышки у нас уже сняты. Вот, и возможно очень легко проверить метки ГРМ. Как это сделать? Для этого нужно провернуть двигатель так, чтобы метки ГРМ стали на свое место. Естественно, это сделать не совсем легко. Когда у нас коробка механика, то очень просто. Включаем пятую передачу, крутим за колесо, приподнимаем его, и двигатель будет у нас проворачиваться. Метка на шкиве насоса, это отверстие 6 мм, находится на 12 часов. То есть вот я взял болтик 6 мм. И фиксирую шкив. Вот он. Я зафиксировал шкив насос. Главная, конечно, метка — это метка коленвала. Поэтому берем вот такой вот фиксатор коленвала и вкручиваем его в блок двигателя. Находится он слева по ходу движения снизу двигателя. Затем снимаем вакуумный насос. Это вот такая вот штука с левой головки. Вот такая штука держится на трех винтах. Вот. А с правой головки либо извлекаем пробку. Вот такая вот пробочка стоит вот тут вот сзади. Вот. Ну, учитывая, что я клапанную крышку все равно снимаю, поэтому просто я снимаю клапанную крышку и снимаю один бугель, самый последний, который вот тут вот находится. Вот, я его снял. И сейчас проверяем меточки. Шкив коленвала я уже завернул. И смотрим. Насос у нас стоит в метке. Болт заходит хорошо. Смотрим правую головку. Берем зеркальце и смотрим. Есть, конечно, специальная пластинка. Ну, зеркальцем, в принципе, видно очень даже хорошо. Так, что мы должны увидеть? Мы должны увидеть, на шкиве есть прорези. И вот эти вот прорези, они должны совпадать. Вот, одна сторона распредвала, вот вторая. И вот мы видим, что плоскость головки и прорези у головки очень даже не совпадают. Соответственно, не совпадать будет и второй распредвал соседний. Вот, метка у него находится вот с этой стороны. Там тоже видно, что он немножко провернут не так, как надо. Идем на левую головку. Так, вторая головка. Вот, смотрим меточки, плоскость. Так, как лучше посветить. Вот, я поставил зеркальце и смотрим. Ну, вот в этой головке как раз-то вот плоскость совпадает очень хорошо. То есть вот плоскость распредвала, прорезь распредвала совпадает с прорезью в головке. Таким образом, сразу на лицо видно, что правая головка у нас стоит не в метках. То есть распредвалы правой головки стоят не в метках. Соответственно, какие могут быть разговоры про тягу, вот, про разгон, когда такая здесь ситуация. Ну что ж, исправим. Для этого нам нужно всего лишь открутить данный винт и сорвать шкив распредвала с этой вот головки, с правой головки. Но вся фишка в том, что он сидит на конусе, и вот и срывать просто так не получится. Надо его специальным косъемником срывать. Вот. Поэтому надо снимать весь перед. Поэтому сняли бампер, снимем радиатор, снимем телевизор. Либо отведем вперед, как оно получится, посмотрим. Вот, и будем срывать. Как, в принципе, это все снимается. Бампер, перед. Показано в моем видео про замену ГРМ. Используя такой вот съемник фирмы Ята, можно подлезть. Конечно же, всего лишь нужно перевести перед в сервисное положение. Я уже почти снял, но уже дальше не буду снимать. Все, сейчас ослабляем данный болт крепления распредвала. Удерживая шкив распредвала таким вот приспособлением, вот, откручиваем центральный болт на 24. Вот таким съемником, ну, можно другим, какой есть. Скидываем шкив со своего посадочного места конического. Ключом на 24 немножечко повернули распредвал. И поставил я вот пластинку. Вот она как раз очень хорошо, фиксатор
зашла паз. Сейчас покажу, как оно смотрится в зеркальце. Вот. Зеркальце, и видно, что пазы распредвала, они стоят полностью в одной плоскости с головкой. Метки выставлены. В принципе, получается, чтобы проверить, на месте ли метки, крышки снимать не обязательно. Просто достаем пробку, достаем вакуумный насос, вот этот вот, и проверяем. А вот чтобы порегулировать, придется уже снимать клапанную крышку, снимать перед, откручивать болт либо один, либо второй. Но зато сейчас все метки будут стоять на месте, и здесь уже все будет хорошо. Всем спасибо!